Вы знаете, я не заметила никаких перемен абсолютно. И вы знаете, как-то, ну, идет жизнь, и пусть она идет дальше. Этим летом много было сделано дворов, дорог, как бы, да. Это было заметно. Но со старым мне лучше жилось. Почему? Да как-то все было порядок, и базары все пошли. А здесь все, не знаю я с этим. Пойдем. Не сможет он ответить. Ну, дорог много сделано, да, это хорошо. Ну, а больше я так ничего не... Потому что я... Как-то раньше афишировали, что есть мэр. Начали восстанавливать парки. Я знаю, что вот восстанавливают парк Изумрудный. Знаю, что начали что-то делать в парке Юбилейном. Ну, что-то все равно делают, что-то происходит. Относительно парка Изумрудный, очень большие изменения произошли за последнее время. Тут сделали прекрасную прогулочную дорожку, освещение, то есть стало комфортно очень гулять. Надеюсь, что продолжатся работы по восстановлению парка. Очень надеюсь, что сделают хорошую детскую площадку. Да, я вижу изменения. Я вижу, улучшилась развязка на въезде в город Барнаул. Я тоже вижу развязку лучше по Красноармейской, то есть когда я выезжаю из Барнаула. То есть для меня, как автолюбителя, это вопрос актуальный. По-моему, сейчас лучше выполняют очищение дорог, да, уход за дворами.